В администрации округа прошло первое пленарное заседание Общественной палаты 4-го созыва. В режиме онлайн-конференции участники выбрали руководящий состав и утвердили структуру палаты. В состав Общественной палаты Люберецкого округа вошли 45 человек, 19 из них новые члены. В первом заседании 4-го созыва палаты принял участие Владимир Ружицкий. Общественная палата – некий арбитр между администрацией и жителями. Я думаю, что общими усилиями мы день за днем будем нашу территорию, наш такой, я такие слова употребляю, родной Люберецкий край, делать просто лучше, краше, чище, обустроеннее. У нас для этого практически все есть. Председателем Общественной палаты стал действующий руководитель Петр Ульянов. Пост заместителя председателя занял Андрей Шестаков. Ответственным секретарем избрали Елену Кончели. Все кандидатуры утвердили единогласно. Мы сформировали перечень комиссий, которые отражают все проблемные моменты, которые есть в нашем городе, исходя из тех предложений, с которыми придут в эти комиссии члены Общественной палаты, будет сформирован общий план. Разумеется, это будет плановая работа, работа по проблематикам, которые есть, с которыми обращаются жители. В новом созыве будут работать 15 профильных комиссий. Их председатели, члены организации выберут на ближайших заседаниях Общественной палаты. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ,